Самые первые соревнования в рамках Red Bull King of the Rock прошли на территории знаменитой тюрьмы Алькатрас. Тогда география участников была довольно узкой, но в этом году отборочные туры прошли уже в 26 странах, среди которых значился и Казахстан. Правила предельно просты. Битва происходит один на один. Счет ведется до 20 очков. На все про все дается ровно 5 минут. Причем на мировое состязание отправляется лишь один участник от каждой державы. Хорошо в этой игре, что когда ты на поле, ты воин. Если пропустил, ты проиграл. Каждый момент это твоя возможность. Специализированная стритбольная площадка и лимит времени способствовали динамике игр. Мячи влетали в корзину с приятной для глаз регулярностью и с различного расстояния. Благо, что мастеров вколачивания голов оказалось достаточное количество. И когда я увидел сетку, то я думал, что если я дойду до финала, то, скорее всего, мне придется играть с Антоном. Я понимал, что это будет тяжелая игра, он физически сильный соперник. Так и получилось. Путевку на закрытый остров Самоса на близ Тайваня разыграли астанчанин Исмаил и алматинец Антон. Опасения игрока из столицы оправдались. Более опытный стритболист Антон Котенко не давал сопернику ни малейшего шанса и в итоге взял в свои руки кубок победителя. Теперь он будет нашей единственной надеждой на чемпионате мира, который состоится в сентябре. Не подведи, Антон.